завтра. Конец света. Это, видимо, остановка времени. На вопрос нет ни ответа, ни привета. Ладно, узнаем все по кромешной темени. И весь наш огромный часовой механизм, включая нашу и вашу вселенную, будет остановлен часовщиком самим и станет лишь легендой нетленную. Но кто ее будет рассказывать и каким существам из тьмы? Кому в телескоп показывать ту туманность, что были мы? И взлекут они наше послание из сонма космических волн, неизвестно когда послано. Слушайте, это мы, нашего Господа подданы, отданы мы на заклание жрецам племени майя. Ищите наш космический чел, а в нем семена папайи, пшеницы и сперма племен, что все в представлении имели, каким таким был человек, какие песни мы пели, и как был короток наш век, и как мы друг друга любили и ненавидели как, какие мы шкуры носили, какой курили табак, какие мы книги читали, где автор про все просек, и как мы друг от друга устали. Но завтра кончится все.